Друзья, всем привет, я гитарист группы The Light 3, и это новый выпуск с чат-рулеткой. Если хочешь, чтобы новые видео выходили чаще, то просто поставь лайк и подпишись на канал. Смотрим. Привет. Вам носочки показать, которые какие у меня сейчас? Нет, лучше на гитаре играть. Я хочу вам носочки еще показать. Ну, покажи. Давай. Смотрите, они вот такие, с уточками. Вот. Да, ну давайте, ладно, что-нибудь сыграю. Чего вам сыграть такую песню? Можешь сыграть какую-нибудь песню Макса Коржа. Макса Коржа. Прям очень круто. Спасибо. Ну давайте дальше тогда. Привет. Хорош. Ой, вы споете нам концерт? Да, сейчас буду вам петь песни. Блин, круто, давайте. Очень мило. Понял, круто. Понял. О, привет, девчонки. Привет, привет. Как у вас дела? Хорошо. Какую вам песню играть? Ну, любую. Круто. У меня сегодня носки, знаете, с чем носки? Носки вам показать? Привет. Привет. Здорово. Хочешь песню спою? Да. Цепи на мне как лед, ты поверху, верхом. О, привет. Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас дела? Нормально, у тебя как дела? Да так, пойдет. Сойдет. Давай я тебе буду сейчас песенку играть. Вот эту знаешь? Ну да, знаю. Да. Что такое? Да не, ничего, ничего. Вообще, не, круто играете. Там еще есть продолжение. Ну, давай. Прикольная песня, я ее слушала очень давно. Это Селена Гомес и еще кто-то поет, не помню. Брат, пожалуйста. А вот это фильм такой, где, короче, там на гитаре он играл, тут брынкал прям хорошо. И стрелял хорошо. Вот это вот. О, да! Да! Красавчик! Ну,
как фильм называется. Мне кажется, как будто по***ю так водят руками. Нет, не ты. Прям мне прикольно так. Да. Красавчик. Я вообще... Ну, зря. Вот выучишь, когда чижа, вот именно то, что я тебе заказал. Вот потом, когда заходи ко мне на канал. Что за канал? А нет у меня канала. Просто зайдешь, я тебя найду, и ты меня найдешь. Ладно, брат, от души прям порадовал. Прям от сердца к сердцу. Прям спасибо большое. Всего, давай. А, сыграйте нам что-нибудь, пожалуйста. Какую вам песню сыграть? Любую вообще, какую до слез. Слушай, а как она звучит, если там внутри нет резонатора? Так, ну ни к чему она не подключена реально. Да. Вот она обычно звучит. Ну, слышишь, да? Ну что, не только я лирику люблю, братан. Такую охуенную круто. Да, вы узнали эту песню, что ли? Да. А вот это знаете? Очень круто. Так, привет, привет. Что такое? Привет. Да нет, просто. Я тоже просто. Давайте, чё, какую вам песню сыграть? Можно нервы. Да. Знакома? Да, знакома. Что это за песня? Давайте еще раз. Это нервы, кстати, нервы. Знакомо? Да. Ладно, давайте не из нервов, давайте такую какую-нибудь другую песню. Еще какую песню? Джонни. Вот это? Тебя не Коля зовут? Коля, да. А ты откуда знаешь? Я подписана. Ты подписана на меня? Друзья, если хотите поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пишите ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки в описании. О, привет, привет. Как дела у тебя? Нормально у тебя. Нормально, сойдет. Понятно, давай, что тебе, песню играть или не надо тебе играть песню? Что хочешь? Или показать тебе мои носочки, я с перчиком сегодня надел. Не надо? Покажи.
Так, что тебе еще показать? Так, ну давай я что-нибудь тогда сыграю. Нет, эту не хочу, давай другую. Вот эту, знаешь? Ладно, не знаешь, давай. Вот это знаешь? Знаю. Вот это знаешь? Конечно, господи. А вот это знаешь? Да нет, знаю, конечно, да. Ну там петь надо, петь. Ну давай. Да я не певец особо, я гитарист. Ну я спою, хоть я и не певец. Ну давай, пробуй. Сколько лет прошло? Давай. Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода. Все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемет. Самое лучшее за сегодня. Привет! Зачем ты за мной повторяешь? Я не повторяла. Ты за мной повторяешь. Ладно. Видишь, как я себя повторяю. Экспрессивно веду. Экспрессивно. Прикольно. А как тебе вот эта песня послушать? Да, я что сказать.
Честно, вообще круто. Я первый раз слышу эту песню в исполнении на гитаре просто. А ты знаешь эту песню, что ли? Я слышала ее. А вот эту знаешь, я тоже недавно выучил. Моя одна из любимых песен просто. Привет тебе, привет. Как дела? Нормально, да. Давай, какую тебе песню сыграть или не надо тебе играть? Давай на твой вкус. Вот такая песня. Может, еще что-нибудь? Вот это знаешь? Еще я знаю вот эту песню. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео друзьям. Также напиши любой комментарий, это сильно поможет продвижению видео и каналу в целом. Также подписывайся на все соцсети, мои ссылки в описании, там тоже много всего интересного. Всем пока!